Ребят, у нас закончилось мероприятие, и мы просто в шоке от видов, которые нас окружают. Просто посмотрите вот на мост, на вот это вот здание, и на здание, в котором у нас проходил наш конгресс. Вот этот вот лепесток сверху, бетонный, я не знаю, сколько он миллионов тонн весит, но он держится только на одном своем, как бы вот, так сказать, корешок. Вот если представить лепесток, у него палочка вот эта, да? И он держится вот с другой стороны, с противоположной вот этого огромного здания. Остальное все находится просто в полете. Вот, поэтому, ребят, вот в таком вот месте Reflame проводил свой очередной конгресс для нас. Вот, и у нас прям вот от этого возникли реально интересные мысли. Вот, Дима. Друзья, не перестаем повторять, что нужно путешествовать, да, и что в таких местах, в которых вы можете побывать, нужно тут быть. И все это с нашей командой, все это с компанией Reflame. Все это мы показываем вам на своем примере. То есть мы те самые люди, которые буквально еще несколько лет назад даже представить не могли, да, что можно вот в мире увидеть такую красоту, что в мире так интересно, такие футуристические пейзажи, которые мы здесь видим, и сколько их еще увидим. Поэтому, дорогие друзья, вы можете либо сегодня сделать выбор остаться на месте и жить, продолжать той жизнью, которая вам нравится, или вы себе внушили, что вам нравится. Либо взять ответственность на себя, взять бизнес в свои руки, и через пару лет уже вы будете как вспоминать, как страшный сон той жизни, в которой вы жили когда-то, ходя по маршруту дом, работа, магазин, дом. Да, классно. Это точно. Давайте посмотрим еще раз на вот это вот все, на вот эту красоту. Вы знаете, ведь можно было это все сделать просто, поставить квадратные бетонные дома. Вот на самом деле, как много денег вот сюда потрачено, просто с одной целью, чтобы это было красиво, чтобы это было эстетично, чтобы это радовало глаз. И я хочу вам сказать, что на самом деле не все меряется деньгами, да, то есть вы очень часто, наверное, от нас слышите в видео в наших, что деньги, да, приходите, здесь много денег. Да, деньги есть здесь. Денег мы здесь заработали, это факт. Ребят, но помимо всех вот денежных каких-то единиц, иногда стоишь вот перед таким местом, вот смотришь вот туда. Знаете, мы вот здесь стоим уже полчаса на этом мосту и просто смотрим. Смотрим вот на эти строения, смотрим вот на эту красоту. И вот эти ощущения, которые останутся, их за деньги не купишь, понимаете?